Здравствуйте. Давайте я вам сегодня покажу, как загрузиться с флешки либо с привода на ноутбуке Asus модель K42. Также, наверное, происходит загрузка на модели K52. Включаем ноутбук, жмем клавишу F2. После этого переходим на вкладку Boot. И здесь вкладки... Так, тут сейчас посмотрю все. Ну, давайте попробуем в таких настройках, что UEFI Enable. И здесь ставим, вот у нас первый привод, если надо с привода, если надо жесткого, ставим жесткий диск, переходим на Hard Drive Priority. Здесь выделяем место жесткого, выбираем Enter и выбираем нашу флешку. Теперь давайте сохранимся и посмотрим, пойдет ли загрузка с нашей флешки. Мы поставили загрузку жесткого и жесткий назначили по умолчанию нашей флешкой. Все. Загрузка пошла с нашей флешки, можно устанавливать Windows. Если видео оказалось вам полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока.